Долгожданное событие в Люберцах. Киноцентр «Светофор» завершил акцию «Продли лето в Турции». Накануне в торговом центре определяли победителей. Подробности в сюжете далее. В холле киноцентра «Светофор» яблоку негде упасть. Зрители с нетерпением ждут сегодня не сеанса, а розыгрыша приятных сюрпризов от киноцентра «Светофор» и представителей сети офисов продаж «Горячие туры». Мы разыгрываем 15 билетов в кино и 15 билетов на посещение бильярда. Кроме этого, самый главный приз – это розыгрыш путевки на 2 человека в 5-звездочный отель в Турцию. Верно же? Роскошный 10 билетов. В барабанном лототроне более 1000 билетов киноманов. Столько участников задействованы в акции, которая проходила с 15 июня по 31 июля. И вот минута розыгрыша подарочных сертификатов в кино «Бильярд». Интересно, кому достанутся призы? Через 10 минут еще один финал. Представительница компании «Горячие туры» в Люберцах объявляет о розыгрыше путевки на двоих в 5-звездочный отель в Турцию. Но вот незадача. Победителя среди пришедших гостей нет, а дозвониться ему на сотовый не получается. Остается одно – разыграть путевку среди тех, кто в этом зале. И вот он, счастливый случай для победителя. Люберецкий победитель не верит своим глазам. Такой удачи он явно не ожидал. Розыгрыши призов на этом не заканчиваются. Впереди у киноцентра «Светофор» еще много интересных проектов, акций и премьер. Следите за ними на сайте киноцентра по адресу www.svetofor-kino.ru. Так что любите кино, ходите на новые фильмы. Евгений Масанов, Сергей Гордеев и Николай Варлашин. Люберецкое районное телевидение.